Добрый день, уважаемые зрители и гости канала моего. Хотел бы с вами поговорить на такую тему. Можно ли верить каким-либо политическим лидерам, деятелям в Украине? На мой взгляд, верить нельзя, так как трудно найти в наше время в Украине человека, который бы был бы независим от олигархической системы, от силовых структур, разведывательных и тому подобное. Считаю, что доверять какому-либо лидеру, будь то кто, нельзя, так как мы не знаем, кто и для чего может использовать этого человека. Такое же мое мнение и о политических партиях, других каких-либо структурах, так как все почти что партии наводнены агентами и тому подобное. И верить олигархическим партиям при олигархической системе глупо и наивно, так как ни одна народная, так сказать, партия не могла бы выдержать конкуренции олигархической системы. Это мое мнение такое. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч!